Студия 89.9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. День 7 ноября, красный день календаря, дорогие друзья. И вы сейчас убедитесь, когда увидите, кто же сегодня в концертном зале. Всем привет, в эфире Роман Шахов, Александра Хайрулина. Друзья, мы вас приветствуем и с радостью сообщаем сегодняшний концертный зал имени Маши Кольцовой. Привет, дорогие, привет. Очень рада снова у вас быть. Сегодня, наконец-то, снова программа. Сегодня не просто наконец-то с новой программой, еще и с бендом, да, с командой, замечательными ребятами. И с презентацией дебютного альбома «Громче». Ура! Мы поздравляем тебя. Все случилось. Спасибо. И буквально вот-вот 30 октября у всех появилось невероятное счастье и возможность наконец-то скачать этот альбом, получить его и слушать, наслаждаться. Большое событие, Маш, для тебя знаю. Обязательно сейчас подробно будем все расспрашивать и слушать песни твои. Но сначала давай представим ребят, которые сегодня будут помогать тебе. Да, представить свою команду. Сегодня со мной замечательный, талантливый, прекрасный гитарист Макс Дарбека. Макс, привет. И мой саундмен, звукорежиссер, человек, с которым мы писали альбом, это KLV Music. Вот, без него бы не было альбома, потому что вся инструментальная часть и за весь звук, за сведения, за всякие технические штуки отвечал именно он. Респект тогда для тебя особо. И это при том, что ты же сама можешь делать прекрасные аранжировки. Да, ну нет, я оставила занятие в прошлом. Вот, сейчас я не пишу аранжировки, сейчас мы работаем по такой системе, что Прохор делает аранжировки изначально, а я уже сверху придумываю мелодии. Вот здесь вот эту фишечку добавь, вот здесь этот звучок туда вставь. Ну, в принципе, они у него такие достаточно полноценные, музыкальные, что там даже особо не нужно что-то вмешиваться, поэтому сверху еда я придумываю. Ну, просто гениальный человек, давай скажем правду и все. А со мной всегда гениальные, прекрасные люди, вот. А разве другие могут быть рядом с гениальным человеком? Ой, Машенька, но дело ведь в том, что альбома «Громче» могло и не быть. И ты сама совсем недавно об этом писала в своем инстаграме. Да, это правда, потому что изначально мы должны были выпустить сингл весной, потом у нас случились там некоторые обстоятельства в Китае, не очень приятные, вот, которые сдвинули все наши планы, и мы приехали, все отложили на осень. Вот, я спускаюсь, значит, на землю, на нашу русскую, самолет, и получаю сообщение от своего менеджера Елены. Она мне пишет: Маша, значит, до осени у вас должен быть готов EP. С Прохором садитесь и пишите там, ну, сколько, EP, это 5-7 треков. Ну, в общем, да. В общем, и мы разошлись на целый альбом, вы представляете? Мы настолько вошли в этот кураж, что 5-7 песнями не обошлось. Мы Скажи, пожалуйста, что касается клипов, так же будет, да? Тебе позвонят, скажут: Маш, через неделю надо клип на телеканалы нести, а у тебя нет. На самом деле, я сейчас очень активно опрашиваю своих подписчиков в социальных сетях, в Инстаграме, вот, и пришла вот к вам на эфир, для того, чтобы понять среди слушателей, что же больше западет в душу. И на этот трек или на эти треки мы уже будем выпускать их синглами отдельно и снимать видео. Ну, мне кажется, что здесь мне не обязательно, они не будут схожи и похожи. Здесь каждая песня, мне кажется, наберет равное количество голосов. Я надеюсь. Мы делали, кстати говоря, альбом не просто сборник там песен, всего, что накопилось там за годы. Нет, мы прямо сели, писали полноценный альбом с нуля, и у нас выработан такой единый концепт. То есть все песни, они не похожи друг на друга, но это все большая-большая история. Вот, в общем, сейчас все сами услышите. Машенька, а в Китай, ты скажи, ты поедешь еще? Конечно, несмотря на события, которые с нами произошли, могу в двух словах рассказать. Ну, расскажи, конечно. Мы уже, люди же стали фантазировать, если не бог знает что. Спасибо, кстати, что вы про это спрашиваете, потому что, мне кажется, это реально необычно. Мы поехали снимать клип на одну из песен альбома, вот когда его еще не было должно. Да. Должен был быть сингл, трек «Море». Мы поехали снимать в клип, взяли байк в аренду, и Прохора, который жил в Китае 5 лет, взяли в тюрьму, посадили на 15 суток. Повязали, за байк без прав. Хотя он жил там 5 лет и ездил, все было нормально. Вот здесь вот не повезло. Как же вот так? Так вот мои чары подействовали. Да, ну, ничего страшного, все позади, мы сняли про это влог, и зато теперь люди будут знать, какие жуткие, как ужесточились законы, да. Ну, Прохор зато теперь знает, как в китайской тюрьме. Лучше бы, конечно, не знал, но... Зато такой альбом. А сколько ты провел там? Сколько ты провел? 15 суток. Да. Друзья, ну это, наверное, отдельная программа. У нас как-нибудь выйдет. Обязательно пригласим Прохора, узнаем, как там в китайских тюрьмах. Потому что Прохор самый добрый вообще человек в мире. То есть вы не подумайте, слушатели, ничего плохого.
Да, ну, в общем, ладно, нарушил. Ну, бывает. Такой небольшой урок, бывает, да. Но видите, как и ты сама это признаешь, Машуля, что, да, что не было, в том числе и благодаря, может быть, этому абсолютно, происшествию. Абсолютно, да, в итоге, да, мы имеем сегодня дебютный альбом Кольцовой. Громче. Громче. Давайте начинать музыкальную часть нашего эфира. Зачем так долго тянется время, когда я чего-то жду? Зачем мне столько квадратных метров, если я ухожу? И только 9 часов, и скорость за 100 бросает повод выложить все карты на стол. Мне так хорошо думать о том, что не важно потом. Не важно потом. Делай меня круче, делай меня круче. Если режет музыка без заморочек. Делай меня круче, делай меня громче. Меня громче. Делай меня громче. Делай меня круче, делай меня громче. Если режет музыка без заморочек. Делай меня громче, делай меня громче. Делай меня громче. Делай меня громче. Они твердят мне, ты станешь сильнее. А мне хотелось умней. Моя дорога без их сомнений на солнечной стороне. Меня выносит давно от их прелых идей. Последняя надежда прочь из этих сетей. Мне уже кричит ангел на плече. Я пока шепчу, но ты уже делаешь громче. Делай меня громче, делай меня громче. Если режет музыка без заморочек. Делай меня громче, делай меня громче. Меня громче. Делай меня громче. Делай меня громче. Делай меня громче. Если режет музыка без заморочек. Делай меня громче. Делай меня громче. Делай меня громче. Ты делай меня громче. Если режет музыка без заморочек. Круче, делай меня громче, меня громче. Делай меня громче. Делай меня громче, делай меня громче. Если режет музыка без заморочек. Делай меня громче, делай меня громче. Меня громче. Делай меня громче. Делай меня громче, делай меня громче. Если режет музыка без заморочек. Делай меня громче, делай меня громче, делай меня громче. Зал, цель, радиоканал «Страна ФМ» громче. Так называется дебютный альбом артистки, который уже доступен, да, для покупки, для скачивания. Слушайте, делайте громче. Да, конечно, громче и ближе, ближе к телевизорам, приемнику, потому конечно, что надо рассматривать такую красоту. По поводу фразы «Кольцова громче». Это же у тебя из учебного процесса. Да, да, это все на реальных событиях. Расскажи. Дело в том, что да, у меня такой голос. Я изначально занималась вообще скрипкой, потом у меня был академическое пение. Да, академический вокал. Вот, потом я перешла в эстраду, и мне всегда хотелось петь громко, как Кристина Агилера. Я смотрела все ее концерты, и преподаватели говорили мне: «Кольцова, громче, давай, ну ты же можешь, громче, мы же знаем, ты же на распевках там достаешь». Вот, и я все время боялась, то есть... Боялась, да, чего? Петуха опустить. Вот, и потом уже, конечно, со временем, когда я начала там выбирать свой стиль... Когда петух уже пошел на бульон, и Маша успокоилась. Когда я стала писать свою музыку, я поняла, что, блин, зачем вообще драть глотку, ага, если такой у меня неплохой темп. А тот же самый театральный шепот знаменитый, когда вроде бы актер говорит шепотом, да, его слышно на самых-самых дальних рядах. Вот, и я выбрала это для себя, главное, да, такую манеру исполнения. Вот. Но в то же время, да, иногда вот это вот из прошлого «Кольцова громче», оно не дает... Ты даже ночью слышишь, просыпаешься, мне кажется, эти фразы. Это даже дело не только в вокале, мне кажется, для любого человека. Делай громче, открывайся, убирай свои комплексы,
открывайся людям, миру. А ты интроверт, экстраверт как? Я интроверт, поэтому да. Это прям да. Ну, с другой стороны, тебе, наверное, писать проще, да, когда ты погружаешься? Вот, да, я люблю писать посты, вот, и в интернете там общаться с людьми. Маш, дорогая, мне, конечно, иногда сложнее. Хотела тебя вот о чем спросить. Ну, в общем, песни твои уже звучат там на радиостанции, клипы крутятся на телеканалах. Нельзя сказать, что ты буквально вчера зашла на сцену первый раз. Но, однако, выход альбома какое-то невероятнейшее событие для тебя. И вот что ты пишешь в канун, прям несколько фраз: волнуюсь больше, чем когда-либо. Мы жили этим альбомом, и всю вторую половину лет, начало осени, без сна, без отдыха в голове. Господи, как же я волнуюсь, и как же я хочу, чтобы вы поскорее все услышали. Да, все верно, потому что, я объясню, этот альбом не совсем про то, что я пела всегда. Всегда я пела романтичные песни о любви. Вот, у меня там сформировался определенный образ, образ и определенные там слушатели, которые любят именно такую мою музыку, такие мои песни. Вот здесь мне, может быть, там после Китая того же самого, мне захотелось людям сказать нечто большее, что, ребят, ну, есть в мире не только любовь между мужчиной и женщиной. Есть более другие глобальные вещи, о которых надо говорить и надо петь. Вот, поэтому я очень боялась реакции людей. Кто-то сказал, что да, Кольцова, ты выросла, это очень круто, это так необычно. То есть те люди, которые любили мои песни там романтичные, для кого-то, конечно, послужило таким резким удивлением, и они не могут еще привыкнуть пока. Громче это атмосферный поп, скажи. У нас, Прохор, расскажи про стиль быстренько, да, что там у нас? Так, про стиль, чего мы, да, намешали на самом деле вообще всего. У нас и этно-поп, и даунтемпо, и дип-хаус, и что там еще, и трап-хаус. Взяли лучшее из всех жанров. Да, то есть мы смешивали все. Соединяли то, что, мне кажется, вообще нельзя соединять. У нас даже вот сейчас громче звучало, там церковные колокола есть. Ну, то есть это как бы мы брали очень редкие инструменты, которых вообще очень мало кто, в принципе, в мире знает. Мы брали азиатский инструмент, китайский, куда же без Китая. Да, эрху. Теперь да. Эрху, да, вы услышите сегодня в других треках. Восток, красиво. Нам пора переходить к следующей песне. Через час в аэропорт я уже спешу, вещи не беру. Я единственный пилот, страхи отпущу, да не померу. И меня унесет, унесет под облака самолет, самолет. На все напряги мне уже наплевать, мне бы в небо. Хочу летаю, хочу летаю, когда обратно еще не знаю. Хочу летаю, сегодня с небом в любовь играю. Хочу летаю, когда обратно еще не знаю. Хочу летаю, сегодня с небом. Любовь играю, а я хочу и летаю. Подо мною города, полные забот. Все бегут вперед, словно ток по проводам. Я смотрю, как там новый день встает. Ты не бойся, это всем по плечу. Летать несложно, я тебя научу. Ты от планеты посильней оттолкнись, это легко, смотри. Хочу летаю, когда обратно еще не знаю. Хочу летаю, сегодня с небом в любовь играю. Хочу летаю, всегда остаться, еще не знаю.
сегодня с небом в любовь играю, а я хочу и летаю. Студия 89.9. Концертный зал. Друзья, сегодня в нашей концертной студии сочетаются и этно, и хаус, и много других музыкальных стилей. И вот эта эклектика вся гармонично уживается в едином человеке. Это Маша Кольцова. Она сегодня в концертном зале телерадиоканала «Страна ФМ». Если у вас есть вопросы, оставляйте их ВКонтакте «Страна ФМ». Ну и у нас сегодня презентация альбома «Громче», который вы можете скачивать, слушать, получать удовольствие. Ну и самое главное, писать, к чему призывает Маша, да, высказывать свое мнение. Что вас там удивило, что вдохновило и так далее и тому подобное. И на какую песню клип снимать, да. И в какой стране, да, тоже можно рекомендовать. Китай пока не предлагать, пока не надо, пока. Отдохнем немножко от него. Так, сейчас мы хотим исполнить как раз-таки песню, вот подвели очень круто, «Море», на которую мы изначально поехали в Китай снимать видео, но ничего не вышло. Сейчас мы исполним ее в акустике. То есть, замечательно. Да, с Максом вдвоем. Поехали. Что будет с нами? На самом деле, эта песня танцевальная. Вот, слушайте, я хочу вам сказать, чтобы вы слушали. Она темповая, не переживайте. Но, кстати, есть песня, это же в альбоме, в акустике. Да, так именно. Вот фортепиано. Да. Я хотела зацепиться за твою песню, за последние слова.
А что будет с нами? Что было бы с нами, друзья, если бы не мексиканские сериалы? Я думаю, ну что, ну было бы все печально и грустно. Маша Кольцова не было бы на сцене. Ну, конечно, потому что именно они же привили тебе любовь к музыке, получается, так? В 6 лет? Да, в 6 лет, да, я стояла, что-то там пела. Эти саундтреки, все. Здорово! Да, саундтреки мама услышала, что я подпеваю. Прямо в ноты. Вот, да, и они меня с бабушкой, они меня, кстати, слушают сейчас, бабушка с дедушкой и мама. Ой, привет, большой привет, конечно, страны FM. Мой родной город Архангельск. Да, они меня повели в музыкальную школу, у меня прослушали, то есть там мелодию. Девочка, повтори там. Темп постучали, повтори. Ну, девочка с легкостью. Да, еще обстучала преподавателей всех и показала класс. Определили меня сразу на скрипку. Вот так я... На минуточку. То есть это абсолютный слух, получается? Ну, не то чтобы... Ну, ближе. Ну, да, на скрипке только с абсолютным же берут. Ну, да, получается. Вот. Да, сложнее всего попасть на, именно на этот инструмент, да. Вот, ну, скажи, Машка, ну, мексиканская музыка, однако, как бы не слышится вот в новом альбоме. Или я ошибаюсь? Нет, ее не слышится просто. Я же говорю, что я с самого детства искала вот свой стиль и продолжаю экспериментировать. У меня в моем плейлисте в детстве было и Наталья Орейро, и Бритни, и Шакира, и, господи, и группа Король и Шут, и чего там только не было. Вот это да. Поэтому, да. Вот это замес серьезный. Да, а мексиканские сериалы, да, конечно, они дали то, что я... Ну, саундтреки же идут каждый день. Ну, любовь к сериалам у тебя осталась с тех пор? Нет, кстати, сериалы больше не смотрю. На то мы покончили. Они свою лепту внесли, свое дело сделали, и теперь пусть дальше развлекают других зрителей и аудитории. Ну, а песня первая написана была в 14 лет. Да, ну, это невозможно назвать такой серьезной песней. Самая прям первая песня была написана в 18. Я ее аранжировала, выпустила в сеть. Вот, называется «Мой брюнет». Вот, так что там можете где-то найти. Ох ты! Там, смотри, кстати, восток прям, там прям восток. Да, я просто а очень брюнет-то люблю. А брюнет-то знает, что ему песня, да, посвящена? Да, эта песня была специально сделана для миссии. Мне нужно было привлечь внимание одного мальчика в Архангельске, красивого брюнета. Вот, он услышал эту песню. И как бы, собственно говоря, после этого мне перестал быть интересен и нужен. Ну да. Все, выплеснуло в песню. Слышь, как здорово. А это, кстати, очень хороший такой. А он не обращал способ... на меня внимания вообще никак. Я уже и так, и в это кафе приду, и в то, знаю, где он есть. Но он никак. Написала песню, дала ее друзьям его, они включили, он обалдел, приехал. А мне уже как бы... Мне уже неинтересно. Я уже про блондина пишу песню, поэтому... Ну, в общем, как-то так. Ну, смотри, сегодня в коллективе у Маши и блондин, и брюнет, что тут, как бы, знаешь... Шатенма. Как ваше знакомство произошло с Прохором? Появился ли он во время твоих отношений и дружбы с Андреем Гризли? Да, конечно. Или он появился уже после? С Гризли мы дружим очень давно. Сейчас Гризли и Прохор вообще лучшие друзья. Вот они там уже мутят совместную музыку. С Прохором мы познакомились. На самом деле, он давно следил за моим творчеством. Вот, писал мне много лет на китайских иероглифах. Ничего не понимала, но я ответила ему в конце концов. Прохор, ты увлекался, проживая в Китае, музыкой Маши? Да, да, да. Я еще до Китая увлекался. Я давно очень знаю Машу. Когда ты увидел песню, вообще без имени Маши, услышал, потом узнал, что это она, и начал слушать. Да, начал слушать, и мы познакомились, сошлись на почве. В Китае столько замечательных артисток, я не понимаю, как ты вдруг, почему? Интернет. Не обратил внимания там на кого-то. Интернет-душа, поверил. И русская душа, да. Да, и когда мы списались, ну, как раз Прохор приехал из Китая на какое-то время в Россию, сейчас он уже переехал окончательно сюда. Вот, мы поняли, что, блин, нам нужно срочно вместе работать, потому что этот человек, то есть я думаю, он уже говорит, и наоборот. То есть я ну, поняла, это редкое, что... конечно, такое сочетание. В плане, да, музыки это... мне прям этот глоток свежего воздуха и в плане вообще единомышленник. Вот и вылилось все в целый альбом, друзья. А у нас все переходит быстренько в рекламу, ненадолго, и мы вернемся в студию. Оставайтесь с нами. Студия 89.9. Концертный зал. Друзья, Маша Кольцова в программе «Концертный зал» на телерадиоканале «Страна FM». Сейчас, вероятно, будет что-то танцевальное. Маша, расскажи, так, что синтезатором это двинули. А, да, очень танцевальная так. Песня. Называется «Скачай меня». Ух ты, да, что-то так. Цифровое, да, современное. Поехали. В городе ночь, стынет чай. На столе файлы в голове, не удалить их никак. Бесит так. В голове моей бардак. Окей, не будем о грустном. С собой рискую искусно. С таким особенным чувством остановить нельзя.
Давай лови мои мысли, иначе память зависнет. Искать пароли нет смысла. Давай скачай меня. Давай скачай меня. Давай качай меня. Давай скачай меня. Давай качай меня. В городе, где мы запрещены спать ночами, шаманин с нашими снами. В городе, где мы запрещены спать ночами, шаманин с нашими снами. В городе, где мы запрещены спать ночами, шаманин с нашими снами. В городе, где мы запрещены спать ночами, шаманин с нашими снами. Опять заварил мне чай, опять заварил всю кашу. Убито репит без права удалять мне. Опять не хватает зла, опять не хватает места для ритмов иных, и все из-за тебя. Окей, не будем о грустном, с собой рискую искусно. С таким особенным чувством остановить нельзя. Давай лови мои мысли, иначе память зависнет. Искать пароли нет смысла. Давай скачай меня. Давай скачай меня. Давай качай меня. Давай скачай меня. Давай скачай меня. В городе, где мы запрещены спать ночами, шаманин с нашими снами. В городе, где мы запрещены спать ночами, шаманин с нашими снами. В городе, где мы запрещены спать ночами, шаманин с нашими снами. В городе, где мы запрещены спать ночами, шаманин с нашими снами. В городе, где мы запрещены спать ночами, шаманин. В городе, где мы запрещены спать ночами, шаманин. В городе, где мы запрещены спать ночами, шаманим, шаманим, шаманим. Давай скачай меня. Давай скачай меня. Давай качай меня. Давай скачай меня. Давай качай меня. Запрещено спать ночами, шаманин с нашими снами. В городе, где мы запрещены спать ночами, шаманин с нашими снами. В городе, где мы запрещены спать ночами, шаманин с нашими снами. В городе, где мы запрещены спать ночами, шаманин с нашими снами. Слушай, меломан, скачай Кольцову. Да, новый альбом. Делай громче. Уже доступен. Браво. Спасибо. Что-то еще там у Прохора? А, я думаю, что это рождается уже, Прохор, что-то новое. Да, какие-то задумки. Есть какие-то, появляются небольшие интересные штуки. Маш, дорогая, 2011 или 2012 год, поправь меня, пожалуйста, тот самый видео, которое ты снимаешь, оно появляется в интернете и уже набирает миллион просмотров. Это которое тогда с Гризли? Да, и с Вахтангом. Душа срывается с цепи, это да, и летит далеко. Да, мы сидели на Арбате, мы провожали Андрея Гризли на новую волну. Вот, ребята вообще не хотели снимать это видео. Я говорю, ребят, давайте заснимем, пусть на память останется. А, засняли, выкладывать тоже никто не хотел. Я говорю, ребят, вот увидите, это успех. В общем, мы выложили видео, и как-то очень-очень быстро оно начало набирать обороты. Вот, поэтому... Да, до сих пор, даже когда я веду прямые эфиры в Инстаграме, все просят: Маша, спой эту самую песню. Пожалуйста. Да, на самом деле это песня Андрея Гризли, просто она как-то так закрепилась за нашим трио. Мы, кстати, думаем с ребятами, вот Вахтанг, я и Андрей, записать «Душа срывается с цепи» спустя сколько? 8 лет? 8 лет. Ну, это уже будет, надеюсь, студийная работа и клип какой-то полноценный? Нет, мы хотим прямо так же сесть на спустя 10 лет, да, такое на то же видео? Самое место, да, и... спеть ту же самую песню. Мне кажется, что... Когда это будет? У нас сразу скоро, такой... Скоро, да, я думаю, что надо... Практичный вопрос. Да, надо собрать ребят и сделаем. Ну, под Новый год-то будет, да? Чего?
Что, два года подождать, чтобы юбилей. Прям спустя 10 лет. Ну, а там, я не знаю, может быть, там как-то у них будут дальше развиваться творческие отношения с Элиной Чагой. Там Инхаус-версия. И, в общем, может быть, он тогда уже и подзабудет немножко про... Да нет, мы на самом деле очень общаемся хорошо, и да, Андрей тоже не против этой идеи. Вот. Кстати, дуэт с Ириной, я обожаю эту песню. Тоже очень сильно. Да, что еще по поводу совместных работ? Вот Миша Марвин. Миша Марвин, ближе, да. Да, это вообще было тоже спонтанно. Я же любитель вот интровертных всяких интернетовских штук. И там был у него конкурс. Нужно было спеть или сыграть в любом месте его песню и поставить хэштег. В общем, меня... «Пою, где хочу». «Пою, где хочу». Там меня выбрала радиостанция. Я пришла, спела живьем. Там сидели Black Star. И понравился мой тембр, опять же. Там были девочки, которые, между прочим, пели намного сильнее, чем я, громко. Вот, но вот... Но без души. Да, ну прям пошел, вот он сказал, что вот ты тембром заполонила всю студию. Они выбрали меня, мы записали с Мишей дуэт. И все, не знаю, наверное, что-то будет. Я же очень спонтанный человек. Может быть, завтра, там, не знаю, спишемся с каким-то еще или с какой-то еще исполнителем. Какие-то знаки судьбы, может быть. Ну и пусть будет сюрпризом для поклонников. Конечно. Маша, дорогая, вот слушаем уже какую песню по счету из твоего альбома. Даже нет ни одного слова, нет нецензурного. Да, мы против. Мы прям против, потому что... Что на сегодняшний день уже редкостью является, надо сказать. Как? Да, потому что... Да вы не в мейнстриме? Я считаю... Можно же быть современным и без... Без мата. Без мата. Зачем? Наоборот, нужно показывать свою крутость тем, что ты можешь так тонко... Обходиться. Да, и говорить про вещи такие глобальные, без всякого... Ну, однако, вот вставила бы Маша Кольцова одно словечко где-нибудь так аккуратно, своим тембром прекрасным. А может быть, на концерте вставляет? Тун-тун-тун лайков было бы куча. А зачем? Какой смысл? Ведь наш язык, ну, такой... Маша, дорогая, ты не подумай, ради бога, мы тебя не уговариваем нисколько, мы как раз... Мы просто провоцируем. Мы тебя скорее благодарим за то, что... Нет подобного в твоих песнях. Спасибо. Очень приятно, когда, например, вот меня отмечают там и дети в сторис и поют твою песню. Я понимаю, что мне не стыдно. Это совершенно спокойно. Да, за поколение, сказать, которое, можно сказать, там может будет расти на моей музыке. Разные расти поколения. Расти на альбоме громче, ну, пока что, потому что только дебютный альбом, да, а да, дальше да. Еще и на других альбомах Маши Кольцовой. Да. Что мы послушаем сейчас? Песня «Территория». Не для аудитории. На самом деле для аудитории. Поехали. Когда устанут звезды, и ты сыграешь свою роль, мы улетим на остров, там звезд вдоволь. На фото без фильтра закат, не будет ванильных цитат, небо плывет по волнам, не в мой инстаграм. Люди никак не найдут нас по локации тут. Вечер мне скажет привет, но я в ответ. Это наша территория, не для аудитории. Начинается у нас личная история. Наша территория, не для аудитории. Тут не надо лишний глаз, началась история. Это наша территория. Территория, территория. А суть опять не в вечном, не в тонах опыта пробой, не в гонках бесконечных сменим пароль. Мысли клоня по воде, старой колонке шаты, тихо поет в унисон с музыкой волн. Завтра проснуться в обед, забыть, где моя паракет. Лето мне скажет привет, но я... Это наша территория, не для аудитории. Начинается у нас личная история. Наша территория, не для аудитории. Тут не надо лишний глаз, началась история. Это наша территория. Это наша территория.
территория. Тело — это наша территория. Не для аудитории. Начинается у нас личная история. Наша территория — не для аудитории. Тут не надо лишний глаз. Началась история. Маша Кольцова! Мне кажется, что это чувственные мантры, Александр. Вот что-то такое есть в этой музыке. Ну что ж, да, может быть, согласен. Кстати, были в моей жизни мантры, и Индия, и все это у меня. Расскажи об этом периоде, что ты там пела, записывала, сочиняла. А у меня есть один такой трек, он не выходил официально, можно набрать ВКонтакте. Он называется «Кольцова», можно «Медитация» на русском. Я сама, кстати, к нему делала аранжировку, приехала после Индии. Если кто смотрел фильм «Ешь, молись, люби», там был такой момент, когда вот она в Индии, она молчит. То есть там нельзя разговаривать, обет молчания. И как раз-таки в этот момент, находясь в Индии... Випассана называется. Да, по-моему, ага. Да, Макс, ты в теме тоже, ты в курсе. Макс кивает, значит, мы с тобой да, не ошиблись. Вот, и в этом молчании я написала этот трек «Медитация», приехала в Москву и записала аранжировку. А и... твоя поездка в Индию, она была туристическая или все-таки... Мы ездили с такая... друзьями, у меня тогда был очень сложный... Духовный больше. Да, период такой в жизни, и вот это вот все... Ну, сейчас я против этого, я считаю, что... Ты не найдешь нигде себя, кроме от как... От себя не убежишь, да? Да, от себя не убежишь, да. Вот, мы поехали с друзьями, вот, с однокурсниками тогда учились как раз в академии. Все были такие запутавшиеся в себе, вот, и поехали просвещаться. Но в тот момент помогло как-то чем-то? На тот момент, да, как минимум я приехала с песней. Вот, сейчас, конечно, я к этому отношусь совершенно иначе. Вот, я считаю, что ты не найдешь гармонии, если ты сядешь в позу лотоса и там... перестанешь, что там есть какие-то определенные продукты. Тогда ты знаешь другой способ и секрет. Рассказывай. Да просто на самом деле... Или позу другую, может быть. Просто, ну, это опять же мое мнение, заниматься тем, что ты действительно любишь. И я часто пишу об этом в своих постах. Находитесь там, где вам нравится, действительно любить, ну, там... Если вы любите, то любите. Окружайте себя теми людьми, с которыми вам приятно. То есть, ну, не нужно ни, по возможности делать ничего такого, что противоречит сердцу. Если тебе вот не хочется этого делать, ну, не нужно этого делать. Поэтому, мне кажется, занятие любимым... У тебя получается так до жизни, да? Ну, в принципе, я могу сейчас сказать, что да. Да. Молодец, это гармоничный человек, Александр, перед нами. Спасибо. Ну, к этому я тоже шла очень долго. Я же говорю, были и поиски всякие разные, и все. Вот. Ну и через музыку, конечно, когда ты делаешь то, что ты любишь, и находишь отклик у этого, у слушателей, тебе хочется делать еще и еще больше. Вот, поэтому, наверное, так. Ну, мы тебе искренне желаем, чтобы отклика было еще больше, у слушателей, поклонников спасибо. Тоже еще, и не только в нашей стране. Ну, вернемся немножечко надолго к этой теме, но мне кажется, да. Что вот в твоей команде есть человек, который знает, как добиться успеха на китайской сцене. Да, Прохор. Прохор, кстати, знает китайский язык очень хорошо. Знает китайский язык, он практически уже китайский народный артист. Он, ну, во всяком случае, участвовал во многих проектах и выступал, и пел, и что только не делал. Проект «Голос» был, и «X-Factor» была проба, и разные еще там... А ты пел на китайском в этих проектах или на английском, на русском? Пел на английском один раз песню Димы Билана «Белив». Они ее обожают, знают наизусть просто. То есть это уже заранее ты обрекаешь себя на успех, ну, если да. ты поешь а потом, песню Димы Билана. Да, а потом пел уже на китайском, естественно. Ну, вот скажи, ты же сейчас работаешь с Машей Кольцовой, я думаю, ты постепенно, как бы, ты понимаешь, что ты, в принципе, работаешь на два рынка, стараешься уже наверняка так, чтобы угодить и русской публике, да, возможно, и китайскому даже рынку. Даже не китайской, наверное, больше азиатской. Азиатская. Потому что, да, Китай задает тренд некий такой. Насколько сложно учить язык, вот, какие, может быть, твои ощущения? Я его не учил, вот, вообще, я когда попал в Китай, я не учил, просто заставила жизнь... Я это сделал. То есть я просто отовсюду брал слова, и в итоге вот через... Ну, говорит он круто, я сама свидетель. Вот. Хотя он, конечно, там прибеднялся. Нет, я не разговариваю, но я слышала, как его... Прохор, скажи, пожалуйста, на китайском сегодня на стране FM концертный зал с Машей Кольцовой. Women Tai Chin Tien, Tai Se Radio, Tao Wen Deme, Strane FM, Tao Мария Кольцева.
Кольцело! Здорово, спасибо. У нас, по-моему, китайская речь впервые звучит. Да, я не помню, что такое. Слушайте, ну, все понятно тогда, все слушается. Я, видно, с таким... Спасибо. Менеджером, с таким продюсером. Мы желаем тебе, Маша, международного признания. Да, ну на самом деле это очень круто, потому что, да, мы... Я очень счастлива, опять же, возвращаясь к теме, где же вот эта гармония. У меня замечательная команда, у меня замечательный мой продюсер Елена, вот, у меня саунд-продюсер Прохор, у меня замечательный... А Макс какой замечательный. Макс у нас сейчас, да, я думаю, что начнутся концерты, и Макс будет в нашей команде постоянно, вот, потому что это, я повторюсь еще раз, один из, ну, для меня, по крайней мере, лучших гитаристов вообще в России, вот, и... И пока Макс совсем не покраснел от смущения, давайте перейдем к следующей песне. Некого бояться. А очень лирика, как раз, кстати, для всех тех, кто любит меня в лирике. Сейчас песня «За океаны». Сколько нам еще до лета на кухне под кино? Допишу конец куплета и выйду за порог. Увижу 100 дорог. Была, не была и видит Бог. Я свободна и другой уже не стану. Все оставлю и уеду за океаны, за океаны, за океаны. Плюс только никогда любить не перестану, даже если я уеду за океаны, за океаны, за океаны. Я вернусь, где нас нет короче ночи, там солнечнее день, там нету слова день, там двери вместо стен. Все богаты, непорочны, но почему во сне так часто снится мне твоя зима и снег? Я свободна и другой уже не стану. Все оставлю и уеду за океаны, за океаны, за океаны. Вечный плюс. Никогда любить не перестану, даже если я уеду за океаны, за океаны, за океаны. Я вернусь. За океаны, за океаны, за океаны. Вернулись. Маша Кольцова, дорогие друзья, концертный зал. Маш, туда, где «Вечный плюс» или «Снега Архангельска», что для тебя ближе, что роднее? Конечно же, я люблю тепло с самого детства, потому что родители меня увозили каждое лето на Украину, вот, город Мариуполь. И как-то я настолько, мне было всегда привычнее находиться в тепле, в жарком таком в климате, среди жарких людей, вот, и... Север я, конечно же, не могу не любить, потому что это моя родина, но, как мне кажется, человеку с украинскими корнями мне ближе все-таки тепло. Вот. По поводу тепла. Мы смотрели твой влог в Абхазии. Да. Там тепло, да, классно. Да, еще одно место, куда мы ездили в детстве с мамой. А в Абхазии как вы попадали? Отдыхать на море? Да, мы просто ездили отдыхать. В то время Абхазия еще не была так сильно популярна, но сейчас, конечно, там вы уже... одни там были? Мы ездили с мамой, да, вдвоем.
Не, ну все пляжи я имею в виду. А, нет, ну народу было, знаете как, что следующий там человек через, не знаю, там 100 метров. Боже, красота очень какая. Комфортно, просто. Да, очень круто. Сейчас, конечно, уже не так, и многое изменилось, но все равно Абхазия, она потрясающая просто своей природой, вот этой вот девственной. Эти горы, эти каньоны. Для тех, кто не бывал, скажи, куда именно лучше поехать? С чего начать? Да, так, с чего начать? Я думаю, что можно взять такой тур на автобусе через всю Абхазию. Он вас повезет и там на озеро Рица, и на Голубое озеро, на водопады, на множество. Новый Афон. Новый пещеры. Афон, да. Да-да-да, конечно, да. Здорово. Ну, а что касается твоего влога, откуда еще, из каких еще теплых мест нам ждать твоих репортажей? Может быть, на Новый год куда-то махнешь? Какие планы? Вообще, я каждую поездку, я не воспринимаю, что, о, я поехала отдыхать там, на пляж. Нет, я всегда это воспринимаю как приключение, как контент, где я буду снимать и влоги, и песни буду записывать. Возможно, даже клип. Возможно, даже клип. Я думаю, мы отправимся. Мы не исправим. Мы, наверное, делится, поедем в Китай. Да. На самом деле, Китай не виноват тем, сейчас что полицейские с нами произошло. Аплодируют китайски. Есть такое замечательное место, Макао, да? Да, Макао. Прохор там был, и он говорит, что там очень красивые локации, и туда можно поехать снимать. Поэтому, может быть, поедем одни, может быть, возьмем с собой большую шумную компанию, и я... Ребят, тогда по возможности не только клип, но и влог снимите, хоть и расскажите. Без влогов вообще да. Нет, да, конечно. Как там вообще? Для тех, кто не выездной в Китае. Очень интересно, но действительно страна с такой уникальной. И байк, да, возьмите. Нет, ни в коем случае. Не берите байк, когда приезжаете в Китай, если у вас нет местных китайских прав. Коротенькая пауза, никуда не девайтесь, сейчас вернемся. Студия 89.9. Концертный зал. Друзья, мы продолжаем. Маша Кольцова в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ». Сейчас у нас песня, которая называется, Маша? «Гагарин». Ох, шикарно! Взлетаем. А знаешь, бывает страшно ходить по краю, по краю. Ругали, а я живу и не сопротивляюсь. Достали. На диване набирали высоту за монеты, заполняли пустоту, перепели мимолетные хиты. Ну и где я? Ну и где ты? Снова без повода, словно током по проводам. Ты попробуй по-новому, попробуй вместе со мной. Без объяснения, оставляя сомнения. Ты попробуй по-новому, попробуй вместе со мной. Снова без повода, словно током по проводам. Снова без повода, ты попробуй по-новому. А знаешь, боялся даже сам Юрий Гагарин. Уволен, или нам лучше остаться друзьями? Больше не парит. На свободе набираем высоту, и востоком снова режем пустоту. Там за краем есть и новые пути. Ну и где я? Ну и где ты? Снова без повода, словно током по проводам. Ты попробуй по-новому, попробуй вместе со мной. Без объяснения, оставляя сомнения. Ты попробуй по-новому, попробуй вместе со мной. Снова без повода, словно током по проводам. Снова без повода, ты попробуй по-новому. Словно током по проводам. Ты попробуй по-новому, попробуй вместе. Без объяснения, оставляя сомнения. Ты попробуй по-новому, попробуй вместе. Снова без повода, словно током по проводам. Снова без
Маша Кольцова. Маша Кольцова. Альбом «Громче». Приобретайте, скачивайте, слушайте с огромным удовольствием. Маш, певица, автор и слов, и музыки. Маш, рано или поздно у таких талантливых людей появляются, ну, если не клиенты, а бывают и такие, а бывают просто партнеры или артисты, которые начинают исполнять твои песни. Может быть, у тебя уже началось? Этим, да, я тоже занимаюсь. Я, кстати, хотела еще сказать, что когда я перечисляла свою команду и говорила про своего менеджера, директора, продюсера, босс, я ее называю, Лена Головина, она автор очень многих слов в этом альбоме, вот, она мне очень сильно помогала в каких-то песнях. Давай скажем, стихов. Стихов, конечно. А вообще, да, я пишу песни и другим артистам, например, из недавних, из последних, Виктория Дайнека, три песни моих вот исполнила так в своем последнем альбоме. Восточным артистам очень многим, вот с Прохором мы написали недавно Коле Коробову, молодому восходящему артисту. Да, да. Да, песню «Я попал», которая сейчас штурмует хит-парады среди юниоров. Да, и пишу, конечно же, другим, и, наверное, никогда не смогу без этого, потому что я настолько, во мне настолько много всяких разных стилей и мыслей, что это не умещается во мне. Мне хочется делиться. Маш, ну ты получаешь за это деньги? Да, я продаю, конечно. Ну, прекрасно, замечательно, самое главное. Так что, друзья, обращайтесь. Потому что, ну, знаешь, как, ладно, какой-то артист, а может быть, какая-то сейчас компания уважаемая, может быть, даже город какой-то. Захочет гимн, вдруг обнаружишь, что у них нет гимна своего. Ребят, обращайтесь, мы сделаем все. Прохор сделает продакшн идеальный, я напишу. И переведет на китайский язык. А давай так, для какого города тебе бы хотелось написать? Ну, в Архангельске у нас уже есть, конечно же. В Архангельске есть, да. Гимн, да. Ну, я бы написала бы еще один, почему нет. Вот, в принципе, много городов в России, которые я очень люблю. Uh-huh. Ростов я очень люблю. А сколько хороших предприятий, которые тоже должны иметь. Ну, после песни «Гагарин», смотри, можно что-нибудь для Байконура написать, например, или для Королева. Вполне себе, да. Это, кстати, тоже очень прибыльное дело, на самом деле. По поводу концертов, кстати. Ну, на Байконур, понятно, ты уже съездишь после песни «Гагарин» с концертом. Когда, чего, где тебя ждать, где искать? Да, 7 декабря. Вот недавно стала известна точная дата. Можно, да, называть? Нужно, да. Площадку, все. Мумитроль-бар. Приходите, мы будем этим составом, даже нет, еще, наверное, больше. Мы устроим настоящую атмосферу, жару, и вообще вы не пожалеете, вы приходите. 7 декабря. Да, 7 декабря, Мумитроль-бар. Время я еще точно не знаю. Вы, ну, под... ты же напишешь, да, в Инстаграме. Конечно, будет и афиша. Ну, а это тоже будет концерт, посвященный выходу дебютного альбома. Да, там будет, но там будут песни еще и мои старые. Конечно. Куда же я без них? Это же тоже я. А как? Я тебя просто и не отпустят, тебя не поймут просто по-хорошему. Да, я оставаюсь со мной. Обиды кровные затают. И 24/7 все эти песни, конечно же, будут, поэтому альбомом мы не ограничимся. Приходите все. Ну, будет ли там уже как-то праздноваться Новый год? Так, в этот вечер? Да, можно сказать, это уже предновогодний такой, конечно, праздник мы устроим. Макс нарядится в Деда Мороза, Прохор в Снегурочку. Потом они поменяются ролями. Кем будешь ты, спрашивают ребята. Да нет, мы все останемся собой и подарим людям замечательный праздник, поэтому всех с удовольствием ждем. Вы, кстати, тоже, если будете в Москве и будете не заняты, приходите. Мы в списках приглашенных. Абсолютно случайно, да. Мы, как всегда, напросились на хороший концерт. Маш, дорогая, скажи, пожалуйста, ну вот прям коротенько, у нас очень мало времени. Ты довольна, как складывается твоя творческая жизнь, твоя карьера? Наверное, сейчас максимально довольна, потому что, наконец-таки, вокруг меня те люди, которые хотят того же самого, что и я. Мы все горим одним большим делом, нашим успехом. Вы уже понимаете друг друга без слов. Да, это правда. Достаточно одного взгляда, только взмаха ресницы Маши, и все уже все поняли. Поэтому, да, я могу сейчас назвать себя по-настоящему счастливым человеком в плане творчества, так уж точно. Вот. Ну, что пожелаешь тем, кто, может быть, в шаге вот от этого состояния, но, может быть, что-то А у нас еще будет им. Одна песня, да? Да, конечно. А я как раз-таки в ней все и пожелаю, потому что она будет называться «Некого бояться». Друзья, не бойтесь ничего, не закапывайте свои мечты, реальные мечты, именно то, о чем вы мечтали в детстве, в долгий ящик, там, в песочницу, еще куда-то. Доставайте все из себя и расцветайте, и действуйте. И следующая песня именно об этом. Спасибо. Как мы называется она? Мы благодарим тебя, мы благодарим искренне твою команду. Ребята замечательные, браво. Спасибо. Отдельно, Макс, спасибо, Прохор. Макс. Поздравляем с выходом дебютного альбома. Мы желаем тебе прям успехов, успехов. Всегда рады и очень любим. И до новых встреч. И побольше скачиваний. Альбома «Громче». 7-го все на концерт в Мумитроль-бар, да. Поехали.
тысячи огней в этом городе не погасут в один момент. Тысячи людей в этом городе спят уже сто лет. Невозможно, невозможно. Или кто-то нажал на стоп на часах и уходит страх, мы в других мирах. Кроме нас самих, кроме нас, нам некого бояться, некого бояться. Кроме нас самих, не сможет поменять все никто, кроме нас самих. Нам некого бояться, некого бояться. Не сможет поменять все никто, кроме нас. В пустоте идей, в холоде дождей, жить не в кайфе 120 лет. Сколько пропустили мы теплых дней, сидя в интернет. Время как весной снег. Завтра может быть как вчера. Кто виноват? Просыпайся, друг, нам вставать пора. Кроме нас самих, нам некого бояться, некого бояться. Кроме нас самих, не сможет поменять все никто, кроме нас самих. Нам некого бояться, некого бояться. Не сможет поменять все никто, кроме нас самих. Кроме нас самих. Кроме нас. Концертный зал.